Твоя пенсия зависит от тебя. По таким девизам отделение Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии прошел открытый урок пенсионной грамотности, организованный для школьников и студентов республики. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Одна из важнейших задач, как отмечают работники пенсионного фонда, формировать новую пенсионную культуру у населения и в частности у молодежи. Сегодня уже с юных лет ребята должны задумываться о своей будущей пенсии и знать, как повлиять на ее размер в будущем. Вот уже 6 лет Пенсионный фонд России по Карачаево-Черкесии повышает уровень пенсионной грамотности у школьников и студентов. Наши специалисты будут выходить в учебные заведения республики с тем, чтобы прививать пенсионную культуру у молодежи, чтобы наша подрастающая поколение понимало, как формировать пенсию, чтобы она была достойна, чтобы она соответствовала тому размеру, который они ожидают в будущем, когда они будут оформлены на пенсию. Также Пенсионный фонд сейчас стремительно развивает электронные услуги. Молодые люди, получив путевку во взрослую жизнь, недостаточно вооружены пенсионными знаниями. Поэтому в образовательных учреждениях нужно особое внимание уделять такой теме, как пенсионная грамотность, утверждают представители Минобразования и науки Карачаево-Черкесии. Региональное отделение Пенсионного фонда активно и масштабно привлекает не только студентов, учащихся, а также студентов вузов. Это достаточно интересные мероприятия. И ребята, я думаю, что выносят отсюда достаточно хороший запас интересного багажа знаний. На открытом уроке ребят познакомили с новым учебником «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Также продемонстрировали обучающий сайт школьникам о пенсиях. Помимо этого, всем присутствующим рассказали о том, как устроена пенсионная система России, какие изменения в ней происходят. Молодые люди отмечают, что для них очень важно знать структуру работы Пенсионного фонда, чтобы в будущем правильно сформировать свою пенсию. Нам это очень важно. Мне кажется, то, что хоть мы подростки, но в скором времени мы к этому все равно придем. И вот у нас уже родители скоро тоже выйдут на пенсию. Они об этом все знают и переходят сюда не раз. По моим расчетам, там 23-25 лет я уже начинаю работать. И думаю, да, 50-60. Ну, как написано было, 55 у женщин и у мужчин, 60. В завершении встречи молодые люди задавали интересующие их вопросы, ну а после познакомились с работой Пенсионного фонда. Алихан Лепшоков, Алибек Ешеров, Вести, Карачаево, Черкесия.